В Ленинградской области выбрали лучших пожарных. На звание первого среди равных претендовали огнеборцы, начальники караулов, их помощники, диспетчеры и инспекторы отдела профилактики из 18 районов региона. Здесь конкурсы типовые. Единственный момент, что при опросе теоретических знаний, конечно, мы делаем упор на знания особенностей территориального гарнизона, именно пожарной охраны Ленинградской области. Знания районов выездов, соответственно, знания объектов особо опасных, знания приказов по организации тушения пожаров, плана привлечения сил и средств. Ну, специфика, скажем так. Пожарный всегда должен быть в хорошей форме. Свою физическую подготовку огнеборцы демонстрировали в беге, кроссе, подтягивании. Среди других необходимых навыков – вязка веревки, преодоление 100-метровой полосы препятствий, прокладывание рукавов и подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа. А вот чего не увидеть на конкурсе пожарных, так это огня. Даже для выявления лучшего по профессии устраивать возгорание не рекомендуется. Ведь только с начала 2015 года областные огнеборцы потушили более 1500 пожаров. Цифры спасателей радуют. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество возгораний уменьшилось. К тому же с каждым годом профессия пользуется все большей популярностью у молодых людей. Мне работа нравится, мне как бы я... Особой такой сложности не ощущаю. Мне это доставляет удовольствие. Я думаю, и другим ребятам, ну, по крайней мере, в моем карауле это так тоже. Все как бы относятся добросовестно, ну и с радостью выезжают на вызовы и исполняют свои обязанности. В этом году отличились сотрудники пожарных частей из Выборгского, Ломоносовского, Всеволожского, Тоснинского районов и города Сосновый Бор. Теперь им предстоит защищать честь области на межрегиональном этапе по Северо-Западному федеральному округу.